Душанбе Продакшн. Салам алейкум, подписчиконы азиз. Здравствуйте, дорогие наши подписчики. Вот сейчас мы снимаем окрестности города Исфари. Вот эта гора красная, красивая. Ну и сейчас находимся на территории санатория Зумрада. Вот здесь дом для отдыха есть. Коттеджи разные. Сейчас снимаем и вам покажем. Вот эта территория санатория Зумрада. Сразу говорю, мой русский не очень, постарайтесь меня понять. Я вам подробно расскажу о территории. Сейчас из-за пандемии людей нету, но зато здесь чисто, красиво. Снимаем для наших подписчиков канала Исфар Про. Красивые деревья есть здесь, вот такие. Не знаю, это какое деревья, наверное. Здесь есть красивые коттеджи. Снимаем. Природа классная, честно говоря. А те, кто хочет приехать в нашу страну, в Таджикистан, и отдыхать, я вам советую город Исфара, санаторий Зумра. Ну, здесь лечебно-оздоровительный комплекс есть, но такие разные. Можно и просто отдыхать, можно и лечиться. Природа у нас очень классная, честно. Вот воздух чистый, нету лишнего шума, только звука природы и все. Вот стоя здесь, ба канал Обнашуданров Ромуш Накунет. Дорогие наши подписчики, дорогие наши зрители, не забудьте подписаться, ставьте лайки, поделитесь нашим каналом. Делитесь нашими видеосиками. Ну, я же объясню, мой русский не очень, поэтому постарайтесь меня понять. Вот такие домики есть здесь, вот, вот вокруг горы, вот такие чистая природа. Сейчас я вам покажу здесь какие. Ну, типа здесь коттеджи есть, можно снять. Я сам, честно говоря, здесь впервые.
Вот кругом горы, кругом природа. Нету этой городской суеты. Даже, по-моему, слышно, что нету лишнего звука, только звук речки, звук природы. Летом здесь вообще красиво будет. Сейчас вот весна. Продолжение следует. Еще раз я вам говорю, мой русский не очень. Ну, у меня есть, может, акцент. Это мне самому не видно. Я постарался как-то снять и как-то подробно рассказать о таких местах. Еще такие видосики много будут. Подписывайтесь на мой канал Isvara.pro. Спасибо вам за ваши просмотры. Спасибо вам за ваши лайки. Остальное здесь. По каналу мы оба на чудан рофаромуш накунет. Албата лайк в комментариях у друг друга, чтобы шит. Продолжение следует.